Всем доброе утро, девочки. Всем огромный привет. Отвезла я уже в садик младшего. Папа отвез старшего. Джуси накормила, Бону накормила. И тут меня вот эта мурлыка заставляет с ним лечь поспать. За окном дождь у нас идет, да? У нас куча дел. А мурлыка мама мурлычет и мурлычет, да? Мурлычет и мурлычет. Мама такая мурлыка, скажи, мама, полежи со мной, да? Полежи со мной, да? Очень хочет, чтобы я с ним полежала тут. Чуть-чуть, да? Его тоже покормила, всех накормила. Скажи, надо теперь помурлыкать, полежать чуть-чуть, да? Чуточку полежать. Да, кисёныш мой. Вот так. Такие у нас тут по утрам няшни чисто, да? Вот такой у меня мужчина. Вот такой сладкий. Кто такой сладкий? Касперюша сладенький. Я начинаю уходить, он начинает мяукать. Скажи, мама, лежи со мной. Лежи и все. Сам ушел. Все, улегся, мой красавчик. Еще мурлыкает тут. А я пошла. Надо дела делать по дому. А он мурлыкает. Мурлыка моя. Ты мой хороший. Да. Мой сладкий. Сладкий мужчина. Да, красавчик. Итак, давайте покажу покупки. Начну я не с Ламоды. Мы тут с младшим сыночком ездили, в общем, там по делам, одним словом. И, проходя мимо, увидели вот такой магазин. 1001 туфелька. Магазин детской обуви. Там полностью была детская обувь. Ее там огромное количество. Большой очень ассортимент. И нам, мне, младшему, нужна была обувь вот сейчас ходить. Да? Скажем так, плюс 2, плюс 3. В общем... Тоже у него нога выросла, 32 размер у нас уже. Купили ему вот такие ботинки. Вот такие, они идут с искусственной кожей. В общем, тут текстиль, очень удобный, на липучке. И там внутри такая баечка полушерстяная, я так поняла. Вот такие, в общем, сейчас шлепать, в садике бегать. Они отлично, они легкие, как кроссовки, но при этом такие высокие ботиночки на штаны. Вообще супер. Будет ему такая какая-то марка. Вот такие ботинки купили. Вот. И также ему купили вот такую вот обувь. Это кроссовки. Они, конечно же, очень понравились расцветкой моему младшему сыну. Но это уже на лето. Тоже 32 размер. Вот такие вот крутые. Прям классные-классные. Мне тоже очень понравились. И, кстати, очень удобно одеваются. Здесь вот, ну, они как носком просто туда запихивают ножку. И все, такая коробка еще модная, я бы так выразилась. Вот, не знаю, что это за марка такая тоже. Вот такая обувь. Ну и сейчас покажу вам покупки с Ламоды. Итак, старшему своему на Ламоде я заказала вот такой костюм. Очень он понравился моему сыну. Вот эта вот марка, наверное, многие видели сейчас. Ну, скажем так, молодежь, там вот школьники, там 17-16 лет, очень многие кто ходит, вот с такой, вот эта марка Капа, да, и куртки очень у многих, вот пацанов, скажем так, девчонок как-то не обращала внимания, а вот у пацанов очень многих вот эта марка, в общем, понравилась сыну вот такая толстовка, она ему велика, но он очень хотел, чтобы она сидела вот прям мега оверсайз, то есть она ему на размер больше, хотя она так сидит оверсайз. Ну, в общем, в принципе, она идет размер в размер. Короче, он взял вот такую, я сказала, бери какую хочешь, мне вообще все равно, вот, по размеру.
вот такую светлую. Очень меня порадовало, что хоть какая-то светлая одежда. Ну, это такой летний вариант костюма. Ну, и сейчас тоже, может, под куртку, если он куда-то там с друзьями и так далее. Вот, вот такой тут рисунок. Ну, многие видели, наверное, по городу. По крайней мере, у нас по Питеру очень много кто из молодежи ходит вот в этой марке. И к нему взяли вот такие штаны. Это все в коте, как всегда. Вот, я их сейчас состерну. Штаны тоже очень прикольные, мягкие. Вот тоже этой марки. Так что у нас получается вот такой вот костюм. И еще взяли вот такую толстовку. Конечно же, сыну понравился вот этот вот принт, рисунок, да, как правильно назвать, вот этой марки Элария. Я, кстати, очень советую вот эту марку, у кого есть детки, Элария, потому что качество трикотажа намного лучше, по мне так, чем вот это. Он более плотный, более такой, блин, все в коте, девочки, извините. Все в коте. Вот, он очень плотный такой трикотаж, или что это, да, хлопок, вот такой прям очень качественный. Мы уже брали и брюки этой марки старшему сыну, и толстовки этой марки, они вообще не растягиваются, не вот эти вот все рисунки не трескаются, не выстирываются, хотя стираем, соответственно, мальчишки очень часто, да, все это дело. Но все в идеальном состоянии, цвета не линяют, ничего не происходит, вот эта марка мне очень нравится. Ну, костюм, конечно, да. Ну и, конечно, старшему я еще взяла обувь, вот две пары кроссовок. Вот эти кроссовки, как вы полагаете, идут вот к этому костюму, то есть у меня такой прям красавчик-красавчик будет. Еще хотела ему купить жилетку, потому что для прогулок, ну, в городе Санкт-Петербурге, на лето жилетка как раз очень нужна. Летом, весной, в мае ходить, гулять. В общем, вот такие вот кроссовки к этому костюму. Супер. Но жилетка нам не подошла, ту, которую я заказывала. Она слишком длинная, она чуть ли не до колен там ему. Она ему не понравилась. И, в общем, мы не стали брать. Потом в следующем заказе закажу какую-нибудь другую. Так что вот такой у меня моднявый парень старшенький, да. Вот. И еще одну пару кроссовок он взял вот такую. Это совсем такой летний вариант. Пусть и черный, как раз подходит сюда, как сказал сын. У нас же все, что подходило, красавчик же у меня. Вот. Они такие прям легкие-легкие. Мы вот такие же брали вот этой же марки на физкультуру. Видите, у них подошва белая, поэтому как раз для физкультуры отлично. Но мы будем это как летние такие, летнюю такую обувь использовать. Ну, как кеды летние, только вот вариант кроссовок, да. Вот, не на жарку, а на такую слегка прохладную погоду будет вообще отличный вариант. Как раз он сказал, будет носить с этой толстовкой. У него есть еще тоже черные спортивные брюки, так что он у меня на костюмах. Ну и вы понимаете, почему у меня младший сын выбрал тоже вот такие кроссовки. Потому что у меня один зеленый, второй оранжевый. Вот такие вот у меня красавчики. Ну, в общем, приодели дети, растут, растут как на дрожжах они у меня. Ну, а себе, девочки, я взяла вот такие вот крутые ботинки. Они мне очень понравились. Вот эта марка Такарди, да, Тед Такарди. Она продается в магазине Кари. Вот здесь даже видно. Я порвала. Это я порвала, девочки, коробку случайно, пока все несла. Вот. Это не натуральная кожа, но я их взяла как раз вот тоже на нашу такую пасмурную, слякотную погоду, как называла моя бабушка подобные ботинки, говнодавы. Девочки, извиняюсь за такое слово, но что-то в этом есть. Они, кстати, очень удобные. Там было в отзывах написано, что они большемерят. Нет, они не большемерят. Может быть, у кого широкая нога, тем, может быть, взять на размер больше или как, не знаю. В общем, мне подошли идеально. Вот у меня 39 размер. 39 размер подошли. Они очень мягенькие внутри. Прям вообще классные. И несмотря на то, что вот такая вот у них подошва, достаточно такая, они не тяжелые. Вот такой вот у них носок получается. Они вот эти ботинки, кстати, очень понравились моему сыну. Он такой, как увидел, говорит: мама, бери, ты у меня самая крутая. Конечно же, мама взяла. У меня от этой марки были ботинки. Я покупала
в самом магазине Кари ботинки подобного плана, тоже с такой подошвой, были из искусственной лаковой кожи. Девочки, носила те ботинки и в морозы, и осенью все проходило. В нашу слякоть, в нашу питерскую погоду, дождь, непонятно что. Сейчас у нас такая, ну, снег уже подрастал кое-где, но такая жижа, особенно около обочины, там, где я паркуюсь. Поэтому натуральная обувь в такую погоду, ну, это если только ходить где-то вот, где-то вот совсем по дорожкам в центре города, где нету слякоти и всего остального. Для меня за городом и там, где я езжу, конечно, натуральная обувь. У меня есть обувь из натуральной кожи, но мне ее просто жалко в такую ужасную погоду одевать. В общем, вот такие ботинки довольно очень, они очень удобные. Но я их еще, конечно же, поношу, я их пока только примеряла. Такие вот шнурочки с красными штучками, но это ладно. Вот у нас огромные покупки, приоделись. Мужа только не приодели, девочки. Ну, может, попозже чуть-чуть, потому что мне все равно нужно заказывать что-то. Не успеваю я за детьми. У меня каждую весну такая история, что получается, что мне детям нечего одевать. Все мало и так далее. В общем, каждую весну у меня такие закупки для детей, для мужчин моих. Вот. Все, что заказывала с сайта La Moda, ссылки вам оставлю внизу в инфобоксе. Кому интересно, переходите, смотрите. Я еще тут на скорую руку приготовила, ну, можно так сказать, на скорую руку приготовила ужин. Это я пожарила свиные отбивные в панировочных сухарях. Быстренько с двух сторон просто на сковородочке обжарила. И получается очень вкусно. У меня муж очень любит такой вариант мяса, скажем так. Вот, приготовила еще салат. Здесь у меня просто капусточка немножко. Я ее так помяла руками. Помидоры, огурцы. И добавила сюда кукурузу. Кукуруза это консервированная. И отдельно себе порезала это сельдерей. У меня его никто не любит. Поэтому я себе, если покупаю, очень редко, я отдельно вот так вот нарезаю и как бы смешиваю салат, в общем, и таким образом кушаю. Так что вот такой вот у нас получается ужин. И после ужина мы с мужем едем на концерт. Вот, поэтому так достаточно быстренько я приготовила. Концерт должен быть очень классный. Вот, и обязательно вам вставлю кадры с этого концерта. К сожалению, девочки, при загрузке этих кадров YouTube не разрешает мне публиковать. Я нарушаю авторские права. Мы ходили на концерт. Название группы вы видели. Я уж не буду ломать язык и произносить, скажем так, название этой группы. Здесь, в общем, суть в том, что мировые хиты рок-музыки играют на классических инструментах. Не совсем на классических инструментах. Здесь также есть и бас-гитара, и синтезатор, но все это в движении, все это очень красиво, очень здорово вообще сделано. Не знаю, нам безумно понравилось. Я так поняла, что вот этот режиссер это какой-то испанец, что ли, или итальянец, по-моему, испанец этот мужчина. В общем, концерт просто потрясающий. 2 часа он длился с перерывом 15 минут. Все, как вы видите, очень так красиво сделано. Мне очень жаль, что я не могу вам передать именно музыку, которая звучала. Это настолько классно, настолько красиво. То есть здесь и зрелищно, и в то же время очень приятно для уха, можно так выразиться. То есть они вживую здесь играют, еще какие-то мини-такие сценки, дирижер очень классный такой мужчина. В общем, концерт нам с мужем безумно понравился, но, к сожалению, не могу оставить оригинальную версию. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую, до новых встреч!